Тепер можемо показати другу частину брифінгу лідерів опозиційної платформи «За життя», що відбувся в штабі цієї політичної сили. Давайте подивимось. Уважаемые представители средств массовой информации, я хочу сказать о том, что, безусловно, мы, с учетом только что оглашенных экзит-полов, довольны результатом, но до конца не удовлетворены. И мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Все-таки эти цифры экзит-пола еще на 18 часов. Я думаю, что, как правильно было уже сказано здесь, они изменятся. Более того, мы считаем, что сейчас наступает очень серьезный этап борьбы. Расслабляться сейчас нельзя и праздновать нельзя. Я думаю, мы далеки от этого в своем сознании и в своих действиях. Потому что та кампания, которая была в отношении нас и велась во время избирательной кампании, то, что происходит сегодня, а многие из вас транслировали нашу информацию с брифингов по поводу того, какие есть нарушения. Эти нарушения продолжались. Более того, эти нарушения идут в первую очередь от так называемых бывших наших коллег оппозиционного блока, который, к сожалению, занял очень грязную нишу в своей борьбе против нас, в первую очередь против нас. Они дошли до того, что сегодня уже об этом сообщалось. Например, один из роликов, который активно сегодня вращается в соцсетях, это ролик, где Юрий Бойко якобы призывает голосовать за первый номер оппозиционный блок. Ну, это цинизм, это исключительная особая дерзость в поведении, но я думаю, что ничего им с рук не сойдет. И поэтому я считаю, что сегодня, безусловно, мы полны планов, мы полны конкретных идей, которые мы будем реализовывать. Это и мир в нашей стране, это кардинальное изменение экономического курса, это улучшение уровня благосостояния, это построение успешной страны. Но пока мы проходим стадию борьбы и будем бороться сейчас за подсчет голосов, мы будем бороться за наших кандидатов на мажоритарных округах, потому что там тоже разразилась сегодня жестокая и, к сожалению, грязная борьба в отношении наших кандидатов от партии и в отношении нашей партии. Мы будем продолжать это делать для того, чтобы защитить наш результат, защитить то доверие, которое оказали нам граждане. И я думаю, что у нас с этим получится. А потом перейдем к конкретной деятельности той, о которой мы говорили, которую мы уже транслировали непосредственными своими действиями. Мы ее продолжим как до вхождения в парламент, так и в парламенте. Спасибо. Уважаемые друзья, я хочу сейчас обратиться ко всем партийцам оппозиционной платформы «За жизнь» и поздравить нас с успехом. Это успех, это несомненная победа. Но одновременно с этим я хочу обратиться к нашим партийцам, которые сейчас работают в комиссиях, которые занимаются контролем за подсчетом результатов голосования. Сейчас самые важные часы наступают, и нам нужно сделать все для того, чтобы защитить наш результат. Поскольку кампания была грязной, нам сейчас нужно приложить усилия для того, чтобы наш результат был защищен. Уважаемые журналисты, я хочу вас поблагодарить за работу в этом пресс-центре. Мы будем с вами работать всю ночь. Наши представители будут сообщать новости, и касающиеся нарушений, и касающиеся хода подсчетов голосов. И самая первая, самая новая информация будет у вас здесь в режиме онлайн. Спасибо.